Веремейка Тамару Алексеевну с юбилеем поздравляют и дочь Наталья, зять Борис, внуки Даниил и Каролина. Сказать спасибо – это мало. Ты так заботилась о нас. Была ты внуком второй мамой и остаешься ей сейчас. Волшебный мир любви и света ты открывала навсегда. И поздравляю с юбилеем, тебе желаем мы любя. Пусть в сердце солнце не погаснет, источник света и тепла. Пусть в жизни будет много счастья, любви, надежды и добра. Есть в этом мире большом так много слов важных самых, но среди всех важных слов есть первое, главное — мама. Есть месяц других, он важней, пусть это покажется странным. Ноябрь родилась в ноябре, самая лучшая мама. Именно ты, именно ты, наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила. И свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Прости нас за то, что порой бывает тебя обижаем. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама. Самая лучшая мама Земли. Самая добрая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила. И свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Такой же красивой, активной и молодой. Пусть будет безоблачно синим небо над судьбой. Желаем здоровья и сил, пусть внуки тебя окружают. Пусть все, что задумала ты, жизнь всегда исполняет. Самая лучшая мама Земли. Гордимся, что именно ты, наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила. И свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. My big man can still make it.